Всем привет, дорогие друзья. Выложил целую кучку монет на аукцион. Сейчас сделаю беглый обзорчик, и ссылка в описании на все эти монеты. Вы можете там себе поучаствовать на аукционе. Рубль 1921 года с неплохим блеском. Интересная патина у него. Неплохое состояние. Зеркальные такие отражающие. Ну, приятный такой рубль. Для коллекции или инвестиции то, что надо. Рубль 24 года очень неплохо себя показал в этом году. Он очень подорожал. Ссылка на монету в описании. Еще один рубль 1924 года. Состояние намного лучше. Штемпельный блеск достаточно хороший у монеты. Кантики целые, такая маленькая тяточка есть, здесь тоже какой-то небольшой ударчик. Но в целом монета очень хорошая, достойная, коллекционная. Красиво блестит. Поле гладенькое. Шикарная монета для коллекции или инвестиций. Ссылка в описании. Также еще неплохой рубль 1921 года. Тоже неплохое, в принципе, состояние. Коллекционные остатки штемпельного блеска на стороне реверса. Ну, такой блеск, смотрите, отражение какое хорошенькое. Гуртик неплохой. И здесь очень странная история. Значит, блеск на монете есть, однако вот здесь такое впечатление, что это так называемая облоя была. И облоя загнулась. То есть это не то, что удар на гурт. Хотя не, вроде бы есть ударчик такой легкий, да. Но все равно такой накат прямо как облоя. Монета очень хорошая, достойная, коллекционная. Ссылка на монету в описании. Вот смотрите, колоски все, все на месте. Очень хорошо все выглядит. Достойная монетка. Аукцион там идет, есть шанс поучаствовать. Интересный рубль 1899 года с остатками блеска. Он интересен тем, что у него чекан в форме тарелочки. Вот такой необычный чекан, то есть голова как бы вовнутрь вдавлена. Тоже блеск. Неплохой. Гурт, в принципе, целый. Здесь достаточно неплохо сохранились гербы. Монета обиходная, но она уникальная по-своему. То есть для коллекции пойдет. Вот как она зеркалит. То есть блеск у нее какой-то есть еще, в принципе. Неплохое состояние, коллекционное. Ссылка на монету в описании. Достаточно недорогой рубль. Да, портрет притертый. Но он, ну, сама монета по себе уникальная. Ну, для сравнения, это тоже рубль 1899 года. Он тоже по ссылке в продаже там на аукционе. Вот обратите внимание на разновидность. Смотрите, видите, хвостик здесь такой на шее, а здесь его нету. Видите, то есть совершенно два разных чекана. И вот для коллекции два вот таких рубля можно себе подтянуть. Потому что у меня когда-то был рубль 1899 года такой же, но 500 долларов его цена была. Монета улетела за 500 долларов, даже не напрягаясь. Здесь состояние намного лучше, чем здесь, конечно же. На фотографии не совсем передается состояние некоторых монет. Здесь остатки блеска есть. Вот, достаточно неплохой сохран. Ну, конечно, он не тянет на 500 долларов, но тоже небольшие остатки блеска есть. Прическа частично сохраненная, борода неплохая, ухо более-менее еще живое. Ну, неплохая монета, в принципе. Ну, вот я же говорю, для коллекции, вот, как разновидность, кстати, не описанная ни в одном каталоге, это тоже на заметку вам. Видите, вот, разный портрет. Так что задумайтесь. Ссылка в описании. Достаточно редкий рубль 1911 года.
с остатками штемпельного блеска. Мне это кладовая. Когда-то давным-давно я ее помыл. Очень неплохое состояние. Прическа частично сохраненная. Ухо чуть потертое. Есть небольшие ударчики. Монета обиходная. Однако для года достаточно нечастая монета. Состояние неплохое. Остатки штемпельного блеска. Гербы практически все сохраненные. Вот как лучики гуляют. Красивая монета, коллекционная, вот даже зеркальная еще частично. Вот как она выглядит, неплохо. Для коллекции пойдет вариант. Редчайший рубль 1895 года. Скажем так, большая редкость. В достаточно неплохом обиходном состоянии. Ну, потому что тут буквально чуть-чуть лучше, сразу намного на порядок дороже монета. А если еще и прическу. Если еще прическу видно, то такой рубль стоит вообще космических денег. Вот. И он еще имеет небольшой брак-поворот. То есть поворот относительно аверса-реверса. Не сильно заметный, но достаточный. Если в альбом положить, то когда переворачиваю страницу, бросается сразу в глаза. Гербы практически все целые. Георгий Победоносец неплохой. То есть монетка очень достойная, учитывая для года. Вообще класс. Первая монета Николая II. Вот какая она зеркальная. Отражение по пальцам видно. С этой стороны. Ну, тоже есть отражение. Хорошенькая монета для коллекции, то, что надо, или для инвестиции. Есть чуть-чуть небольшие следы коррозии, возможно, может быть, она и кладовая была даже, не знаю, но ссылка в описании. Ну и бомбический рубль 1912 года. Который я помыл в предыдущем видео. Это показывал. Зеркальная монета. Супер бомбический сохран. Тоже по ссылке в описании. В такой капсуле смотрится он просто великолепно. Состояние сразу улучшилось у него намного. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях. В следующем видео я покажу там еще достаточно.